Подготовка к отопительному сезону в Ярославле идет в штатном режиме. Первые гидравлические испытания тепловых сетей выявили около 350 дефектов. Эта цифра не превышает показатель прошлого года. Разработан график устранения. Утверждена очередность промывки и опрессовки узлов. Город обслуживают 56 теплоснабжающих организаций. Котельная номер 4 работает на 16 многоквартирных домов в Заволжье. Полтора года назад здесь полностью заменено оборудование. Современные водогрейные котлы, пластинчатые теплообменники, сетевые насосы соответствуют лучшим мировым стандартам. Техническое перевооружение позволило снизить затраты на эксплуатацию. Это позволяет намного качественнее и эффективнее отапливать жилые дома, которые в Заволжском районе находятся на улице Дачной, Смолякова и Столярной. Она работает полностью в автоматическом режиме, управление идет через диспетчерскую службу предприятия.